в этих двух играх сыграли игроки, которые весь цикл не были, ну, как бы основными игроками. Все, понятно, знают Калинковер, Паковский, Лайзенс, Тарков, главные, ну, как бы творцы там победы. А вот кто для тебя, как вратаря, показался, что вышел там, ну, условно, или, может быть, весь цикл играл, про которого меньше говорят, вот, а на самом деле пользы приносил, может быть, и больше, чем названные? Ну, наверное, хотел бы, наверное, отметить наших двух крайних защитников, потому что там, ну, Олега берем благонадежденно, и Игорь Кораблев сыграл, который там, по-моему, Исакова удалили, если не ошибаюсь, да, или карточки там по карточкам пропускал. Его там взяли первый раз, наверное, один, там, немного в сборную и поставили в основу, и сыграл, я считаю, там, ну, очень хорошо. Просто, с другой стороны, что я Игоря знаю там с малых лет, мы там рядом тренировались, он на год всего меня старше, и в одной команде мы играли даже, и я знал, на что он способен, что он, наверное, один из самых ответственных защитников вообще, которых я за свою историю знал там, и даже берем и техническую сторону, и тактическую, как бы, он просто подтвердил то, что я знал о нем, и сделали, наверное, огромный объем работы именно в этой игре, на них была там большая нагрузка.